Вышлите команду. Сзади там будет спокойная зона. К вам подойдут, вас и будут. Здравия желаю! Здравия желаю, товарищ Денис! Ну что, дорогие участники, хочу поздравить вас с началом ваших соревнований. Пожелать честной победы. Вы наше будущее. Вы будущие защитники нашей Родины. И я надеюсь, когда я уже буду сидеть на лавочке, щелкая семечки, а вы будете защищать нашу Родину, я буду понимать, что я под надежной защитой и буду нянчить своих внуков или правнуков у себя на коленях. Поэтому честно, бескомпромиссной борьбы, всем удачи и пускай победит сильнейший. Сегодня проходит мероприятие, которое называется военно-тактическая игра «Удар» на Кубок министра обороны Донецкой Народной Республики. Ну, собственно, прежде чем принять участие в этом мероприятии, ребята, вот воспитанники военно-патриотических клубов, студенты высших учебных заведений, техникумов, училищ, в общем-то, и школьники проводили такую акцию под названием «Чистый город», где они наводили порядки, в общем-то, убирали в своих дворах, там, где они живут, убирали, приводили в порядке захоронения воинской, Великой Отечественной войны. Ну и, собственно, совместно с Министерством обороны, при непосредственной его поддержке министра обороны, решили вот в качестве какого-то некого поощрения провести вот подобную игру. Сейчас вот ребята проходят площадки по игре пейнтбол, разборка-сборка оружия, снаряжение магазина, вот, и страйкбольная игра. И также площадка по стрельбе с пневматического оружия. По какому критерию отбирались? Собственно, критериев как таковых не было. Команды отбирались, собственно, из тех ребят, которые принимали непосредственное участие в субботнике. А количество, конечно, было регламентировано. Команда составит 5 человек принимала участие. То есть все желающие из городов, таких как Горловка, Ждановка, Донецк, Москва, в общем-то, все принимают участие. Учесть количество команд и участников. Сегодня количество команд 18. Команда в составе 5 человек. Плюс также выступают здесь в качестве помощников волонтеры. Это тоже ребята, вот студенты, которые помогают, в общем-то, в проведении мероприятия. Федерация военно-тактических игр рада приветствовать всех участников на данном мероприятии. Нам очень приятно быть одними из организаторов данного мероприятия. Все соревнующиеся команды хорошо на данный момент себя показали. А также мы надеемся, в данном мероприятии победит действительно самая сильная, самая меткая, самая выносливая команда.